Именно на их плечах лежат заботы по организации выборов различных уровней. Председатели участковых избирательных комиссий планируют работу, определяют повестку и даты заседаний, несут ответственность за соблюдение сроков проведения голосований. Накануне в торжественной обстановке их чествовали в зале Центра культуры «Родина». В 2020 году у нас, если вы помните, было сразу две избирательные кампании, и городской думы, и губернатора. На следующий год Госдумы. В этом году Заксобрание региона. Многие из вас опытны и до этого провели уже большое количество этих кампаний. Мы на постоянной связи с избирательной комиссией края и страны. Но Анапа, она не то что не в отстающих, мы, конечно, не были никогда там. И даже не в середняках, а уже выше. Все знают и понимают, что на Анапу можно даже не задумываться, можно положиться. Что здесь все пройдет на очень достойном, уверенном, организационно дисциплинированном уровне. Это заслуга всех вас. У нас есть действительно сильное государство, у нас есть очень сильный президент, у нас сильный губернатор, у нас сегодня сильная команда города-курорта Анапа, которая может выполнять самые непростые задачи и противостоять самым тяжелым вызовам нашего времени. Территориальная избирательная комиссия Анапская неоднократно отмечалась как одна из лучших в крае. Выборы на нашем курорте проходили без происшествий во многом благодаря сплоченной команде УИК. Сижу в зале и смотрю, как нас много, какая у нас большая, хорошая, слаженная команда. И так немного сегодня в наше время осталось людей с государственным мышлением. Вы такие люди, вы люди с государственным мышлением. Вы открыто постигаете новеллы избирательного законодательства. Все новации, которые нам предлагает Центральная избирательная комиссия, избирательная комиссия Краснодарский край, вся слаженная работа всех структур, которая задействована при организации и проведении выборов различных уровнях, показывает нам высокую организаторскую нашу способность. И все у нас выборы проходят на ура. С высокой организационной подготовкой и реализацией. Вам за это огромное спасибо. Руководители и членов избирательной комиссии наградили почетными грамотами и благодарностями мэра, спикера местного парламента, а также председателя избирательной комиссии Краснодарского края и территориальной избирательной комиссии Анапская. В завершении торжественного мероприятия с праздником специалистов поздравили лучшие коллективы курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.